22-й разведывательной роты разведывательного батальона, 20-й отдельной Прикарпатской Берлинской ордена Суворова 2-й степени мотострелковой бригады. Командир роты капитан Задворных Евгений Михайлович. Личный состав 2-й разведывательной роты показывает комплексы приема рукопашного боя с оружием и без оружия. Личный состав разведывательной роты является гордостью нашего прославленного соединения. Рота принимает активное участие в общественно-культурной жизни бригады и города Волгограда. В 2020 году личный состав роты успешно выступал на открытии окружных и всероссийских соревнований «Танковый биатлон», которые ежегодно проходят на полигоне «Крутбой». Личный состав активно взаимодействует с юнармией и правительством Волгоградской области, принимая активное участие в мероприятиях для популяризации службы в вооруженных силах Российской Федерации у молодежи, воспитывая у них дух патриотизма и гордость за свою страну и отечество.